Юбилейный чемпионат среди школьников 8-11 классов Ульяновской области по играм «Что, где, когда» и «Брейн-ринг» на географическую тематику как никогда собрал рекордное количество участников. В отборочном этапе одновременно сыграли 323 команды знатоков из 23 муниципальных районов и 3 городских округов Ульяновской области. 32 команды стали победителями, 131 команда – призерами муниципального этапа географического чемпионата по интеллектуальным играм. На финал игры съехались 35 команд из муниципалитетов всего региона. Традиция проведения подобных чемпионатов солидная. В этом году мы проводим 10-й юбилейный. Но в таком формате, с участием муниципалов, муниципального тура, с участием, когда 98% всех общеобразовательных учреждений Ульяновской области выставили свои команды, а некоторые не по одной, это впервые. Финальная игра по традиции проходила в Ульяновском государственном педагогическом университете. Мы, конечно, с удовольствием принимаем это мероприятие и надеемся каждый раз на то, что хоть какая-то часть из этих ребят придет учиться к нам в наш университет. И еще лучше, если это, их выбор пойдет на естественно-географический факультет. За самую главную часть интеллектуальной игры, составление каверзных вопросов, как всегда, отвечал Ульяновский клуб интеллектуальных игр «Ворон». Безусловно, мы учитывали школьную программу по географии, чтобы те сферы знаний были знакомы детям, которыми будем сегодня охватывать. Ну и, безусловно, раз это «Что, где, когда», то первично незнание, первично логика. Все вопросы нацелены на то, чтобы дети, даже не зная какого-то факта, могли командным обсуждением дойти до правильного ответа. В состав жюри турнира вошли педагоги Ульяновского педагогического университета. С необычным предложением к участникам мероприятия обратился временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Мы готовы дать вам возможность дальнейшего развития в виде участия в различных программах и мероприятиях. Я приглашаю вас, нашу команду, в кадровый резерв губернатора Ульяновской области. Ставьте цели, работайте, дерзайте. Успехов вам! С напутственным словом к участникам турнира выступил председатель Координационного совета Ульяновского областного отделения Русского географического общества Игорь Егоров. Мы, готовясь к этому турниру, решили подготовить не только свежие, специально придуманные вопросы, но и взять самые интересные, на наш взгляд, вопросы из игр прошлых лет. Так что сегодня, можно сказать, турнир турниров, турнир десятилетия. И по качеству вопросов, и по количеству команд. Региональный финал прошел в 2 этапа. Сначала 35 команд сыграли в интеллектуальную игру «Что, где, когда». В результате чемпионом турнира стала команда Ульяновского гвардейского суворовского училища «Эльдорадо». Серебряным призером команда совета Ульяновского городского лицея при УЛГТУ города Ульяновска. Бронзу завоевала команда «Моншайн» средней школы номер 1 города Новоульяновска. Эрудиция, конечно, тут нужна, но очень много вопросов на логику, на интуицию, подсказку вопроса надо найти. То есть многое я не знаю, можно все равно ответить на вопрос. Слово сказать, совета одержали победу в финале «Брейн-ринга». Все команды-участницы награждены дипломами и памятными подарками от Ульяновского областного отделения Русского географического общества. Победители отборочного муниципального этапа получили почетную награду «Знак совы» – символ интеллектуальной игры «Что, где, когда». А команда «Эльдорадо» Ульяновского гвардейского суворовского училища отправится в туристическую поездку в Нижний Новгород. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.